Вот такой страйкбольный Glock 19 Gen 3 от компании V сегодня на обзоре у нас. Вы на канале «Попади в десятку», меня зовут Евгений, погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией V, относится к виду страйкбольных пистолетов. Боевым прототипом выступает Glock 19. Данная модель стреляет пластиковыми шариками калибром 6 мм через гладкий ствол в полуавтоматическом режиме. Для воспроизведения выстрела пистолет необходимо запрограммировать газовый магазин, который вмещает в свою очередь 24 пластиковых шарика. Также производитель добавил blowback и затворную задержку после последнего выстрела. От случайного выстрела вас защитит предохранитель, который находится на нижней части корпуса. Для прицельной стрельбы предусмотрены штатные мушка и целик. Тип ствола будет гладкий, общая длина пистолета 180 мм, из которых 90 это длина ствола. Затвор обозреваемой модели выполнен из металла, а рамка из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему образцу в 678 грамм. Из особенностей данной модели выделяю наличие направляющей пикатинни на нижней части корпуса. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает до 100 метров в секунду, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Проще говоря, для того, чтобы приобрести данную модель, не потребуются дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас вы можете прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили за интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте. И сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, мы всегда на связи. Не забывай подписываться и оставлять комментарии под нашими обзорами. С вами был Евгений. До скорых встреч!